На Яндекс.Маркете скидка на первый заказ продуктов по промокоду 15 минут. Ребята, всем привет! Новый влог, он начинается с того, что это трэш. Просто мы еле вышли из подъезда, посмотрите, все в снегу. Ну, сейчас, конечно, очень рано, поэтому еще никто ничего не успел почистить. Ну, это просто приколдес. Она была вся, короче, в снегу. Ага. Двухметровым я вообще весь, у меня все ноги... Ужас. А может, хватит чистить? И так достаточно? Все, садись, поехали. Как вы знаете, мы участвуем в акции «Корзина доброты». И вчера мы были в магазине «Пятерочка», как раз наполняли эту корзину доброты. И я вам сейчас покажу, как это было. Вот, так что смотрите, что мы выбрали, что мы купили. Ребят, мы приехали в «Пятерочку». Есть такая акция «Корзина доброты». И сейчас мы будем со Славой ходить по магазину и собирать продукты, которые долго хранятся. Крупы, там... Что у нас тут еще? Растительное масло, чай, сухофрукты. В общем, тут есть такая бумажка, каждому, кто хочет помочь, кто готов помочь, он может походить по магазину, что-то купить, и потом помогут людям, которые в этом нуждаются. Так что мы с вами пойдем сейчас собирать продукты. Кстати, вот те же самые консервы. Да. Будем брать как себе хорошую, вкусненькую кукурузку. В этой акции участвуем не мы одни. Также еще другие блогеры и просто каждый человек, который хочет помочь. Пойдем печеньки, да, пойдем. А? Их можно взять. Печенье хочу. Мне кажется, их все любят. Самые такие... Юбилейные? Чай будем брать? Да, конечно. Нам, кстати, домой тоже. Нам тоже надо. Да, черный, конечно. Или только черный? Не, ну черный и зеленый можем. Так что у меня уже целая корзинка, Слава пошел взять еще одну. Еще при входе в Пятерочку стоит волонтер, к которому можно обратиться. Как раз он мне дал такую бумажку. Макароны. Не знаю, можно и таких взять, и маленьких, и больших упаковок тоже. Я просто хочу, чтобы были упаковки прям побольше. Слушай, ну вот такие вермишельки же тоже супчик делать. Че, в конце концов? Ты видишь, что такие маленькие? Вон они. Ну и такой возьмем, и такой. Такие вот вермишельки. Так, ну еще гречку надо взять. И рис можно взять, да. Я уж даже не знаю, какая тяжелее зайти. Посмотрите, сколько всего мы взяли. Пробиваем и складываем пустые корзинки. Вот тоже то, что уже пробили. И вот там стоит волонтер, которому мы потом все это положим. Все, покупка начнем. Так что вот теперь все понесем сейчас в корзинку добра. И все эти продукты мы, понятное дело, оставили в магазине, в той самой корзине. И сейчас эти продукты уже везут либо вместе с нами в это же время, либо уже привезли, может, даже вчера, я, если честно, не знаю. Но знаю, что эти продукты должны оказаться на складе, и не только, понятное дело, то, что мы вчера положили в эту корзину, а еще очень многие люди и блогеры, ну, просто блогеры участвовали еще в этой акции, и просто люди, которые хотели помочь. И блогеры, и люди. Мы со Славой. Единственное, что, конечно, пугает, это погода. Это действительно выглядит прям... волнительно, потому что с такой погодой очень страшно на дороге. Еще тем более ничего не успели почистить. Сейчас, знаете сколько? Сейчас 9 утра. Нам ехать где-то час. Едем мы далеко, потому что, ну понятно, склад находится не где-то в центре города, а далековато. Так что сначала мы приедем туда. Надеюсь, там можно снимать. Мне безумно интересно тоже посмотреть, как там, чего там, потому что я не помню, что я уже была на складе. В общем, не знаю, конечно, приедем, посмотрим, также нам все расскажут и про эту акцию поподробнее, и я тоже вам расскажу, когда проходит эта акция, ну, я не знаю, есть такая информация, но я думаю, что да, должна быть такая информация. В общем, всем с вами поделюсь, расскажу. Волнительно, конечно, нам сказали, что люди, к которым мы сегодня поедем в гости, это в основном пенсионеры, вот, так что... Я думаю, что даже те печеньки, которые мы выбрали... Я, правда, даже на самом деле не знаю. Не факт, что именно то, что мы купили вчера, именно это мы и подарим. Вот. Поэтому, ну, это не важно. То есть тут как бы главное внимание, а то, что там, например, мы вчера брали, просто распределят, и там другие волонтеры отдадут другим людям.
Господи, так красиво, как будто мы в каком-то страшном фильме послезавтра. Кто смотрел, напишите, там все замерзшее было, все белое, вот такое вот. Обалдеть. Обалдеть и обалденно. Ребят, посмотрите, какая красота. Я просто в восторге. Смотрите, что мы видим. Бабушка кормит собачку. Что-то у нее там в контейнере было. Не знаю, котлетки, может, какие-то. Это просто... Я сейчас слезу пущу. Как же это мило. Это явно не ее собачка бродячая какая-то. И эта собачка шла за бабушкой. Я еще говорю, Слава, какая хорошая собачка. Так хочется ее обнять, прижать, такая мягенькая. Какой чудный влог получается. Такой добряшный вообще. Как здорово. Маню вспомнил. Да, сдача, Маня. Тоже хорошая такая собачка. Ждет, когда же мы приедем со сиськами ее угостим. Тем временем мы приехали в город Лобня. Теперь мы продолжаем наш путь, дорогу. Нам осталось ехать всего, кстати, 10 минут. Вообще, по плану изначально мы должны были ехать не на своей машине, а на трансфере вместе со всеми. Но тогда нам надо было бы приехать на место встречи в 8:40. Это от нас надо куда-то ехать. Я не готова ехать, правда, даже если это бизнес-такси было бы, допустим. Ну, вот сзади, например, потому что меня укачивает сзади. Ну, мне тяжело такое перенести. Поэтому мы договорились, что мы просто туда приедем, оставим машину, и там уже будем вместе передвигаться. На короткие расстояния. А на дальняк, типа, до дома доехать, еще что-то. Ну, это сколько у нас там? 50 километров. Да, 40-50 километров мы едем. Мы уже сами своим ходом, и нам так, ну, удобнее, и, ну и вот, собственно говоря. Но в любом случае, сегодня мы вместе тоже покатаемся. Вот так. Ребят, мы уже приехали на склад, и нам разрешили снимать только эту часть, а за моей спиной такие высокие в потолок склады с кучей-кучей всего. Но мы будем снимать только эту часть. И здесь уже собрались волонтеры, видите, все в таких нарядах. Мы тоже со Славой в таких нарядах. Русь, класс. Я тоже в таком же образе. Наша задача сейчас будет в чем заключаться. Волонтеры будут стоять и около каждого продукта. А мы будем ходить с пакетами, и нам будут накладывать. Вот так вот каждому будем проходить, потом завязывать. И так много раз может произойти, а потом эти пакеты подойдем раздавать. Вот так, пошли. Смотрите, сколько здесь всего. Горошки в огромном количестве, сахар, гречка просто. А вот это, может, наши даже, мы такую брали. Все это вот здесь в коробках стоит. Выше показывать не могу, потому что там уже то, что показывать нельзя. Макарошки, кстати. Классно. Посмотрите, сколько всего. Я бы хотела вам показать больше объема, но боюсь, чтобы не спалить, что не надо. Тут есть кукурузки, консервы. Ну, в общем, макароны, чай. Кашки всякие. Тут куча конфет и сладкого. 4 консервные банки. У нас чай, сахар, 3 сладкого. 1 пачка макарон, 1 пачка гречки, масло, крупа любая другая и сухофрукты. То есть очень важно, чтобы у нас все наборы были полными, поэтому лучше не торопиться и отслеживать весь этот процесс. Так весело. Что, погнали второй круг? Я уже 3 пакета собрала. Все трудятся как пчелки просто. Посмотрите уже, сколько собрали. Ребята, все, мы закончили собирать. Получилось очень много пакетов. Но, разумеется, что мы все это сегодня развозить не будем. Это будут уже другие люди развозить. Мы взяли определенное количество таких пакетов, но они не у нас в машине, а в трансфере, в котором едут другие блогеры, ребята. Нам просто, я уже рассказала, нам было удобнее ехать на своей машине. Сейчас нам нужно ехать в... Сейчас скажу, куда. От того места, где мы были, склада, мы сейчас поедем в Дмитровский городской округ. Так что это еще дальше,
чем мы сейчас находимся. То есть мы еще дальше от нашего дома, скажем так, уезжаем. Ехать нам 51 минуту показывает. Вот, но рассказать я хотела не только это. Если вы смотрели мой предыдущий или предыдущий влог, я не знаю, каким видео выйдет это, я рассказывала как раз о том дне, когда мы ходили в магазин, и что там женщина подумала, что мы ее снимаем, начала на нас агриться. Так вот, сегодня на складе, на котором мы сейчас офисовали, была такая вообще заминка. Короче, я решила подснять кадр, просто как это все выглядит со стороны, как мы ходили вот этот вот круг, собирали продукты. И какая-то женщина оттуда начала мне кричать то, что не надо меня снимать, я свое согласие не давала. Я такая, все, окей, без проблем. Я убрала камеру, не снимала ее, все. Потом, короче, пришла другая вообще, по-моему, это другая женщина была. Потому что на меня, по-моему, другая наорала. Пришла другая женщина, сказала, что здесь вообще происходит. Ну-ка, покажите, что вы тут снимаете. А, вы меня снимали. Мы говорим то, что не волнуйтесь. А, если вдруг вы попали в кадр, мы вас вырежем, вас не будет. Нет, ну-ка, показывайте мне. Ну, вы представляете, что это такое, чтобы у нас там человек 6, наверное, я не знаю, все снимали на телефоны, на камеры и так далее. Все это сейчас архив, ну, открывать, разглядывать, тратить на это там часа 4, даже если бы у нас был комп, это бы все равно заняло огромное количество времени просмотреть каждый кадр, найти, попала там ее моська чудесная в кадр или нет. Ну, короче, трэш. Я сразу сказала то, что, ну, это будет долго, мы не готовы вам показывать, но ничего, ну, не волнуйтесь, я, понятно, там не одна что-то говорила, ну, этой женщине, что, ну, не надо панику наводить, мы вас уберем из кадра, если вдруг вы попали. Потом там другие, значит, девушки, женщины начали говорить, давай мы тоже сейчас друг друга 5 минут поснимаем, типа, поработали, и поедем кайфовать, типа, отдыхать. Во-первых, они думают, что мы сейчас едем кайфовать, отдыхать, а у нас на это весь день запланирован, что мы соберем какое-то количество пакетов, а потом мы эти пакеты повезем. Ну, в общем, не суть. Такие злые люди. Вот, и ладно уж, понятно, мы им не будем объяснять то, что нам сейчас еще дальше ехать, то, что мы как бы пресса, мы блогеры, пресса, пропустите прессу! Мы блогеры, и мы это делаем для того, чтобы еще и люди другие увидели, распространить это добро, чтобы смотивировать кого-то на что-то хорошее, поэтому мы это снимаем, поэтому извините! Ну, конечно, мне за вот эти вот два дня, за эти два дня я услышала в своей жизни от трех, получается, человек комментарии, что «Ну, хвалите! Я не позволяла! Не разрешала!» И самое забавное, я всегда думала, какие же эмоции я буду испытывать в этот момент, когда я смотрю там Алену Погребняк, которая снимает макияжи в салонах красоты, и мне всегда кажется, блин, это, наверное, так нервно, а у меня, знаете, что внутри было? Адреналинчик, такой веселье, прям улыбаться хотелось. Уже думаю, ну что вы такие злые? Ну реально! Я же говорю, улыбка, а улыбка спасет мир, надо всегда быть добрым. И вот мы потом стояли с блогерами, ребятами, тоже обсуждали, что, господи, ну неужели нельзя нормально попросить? Типа, ребят, если вот вы там снимали, если я попала в кадр, пожалуйста, уберите меня, не надо вставлять. Все, базара ноль, ну типа, зачем всегда с какой-то вот злостью подходить? Потом я еще подумала, так странно, с одной стороны, да, то что люди, волонтеры, которые идут на это, ну просто бесплатно, потому что хотят помогать, такие злые, зачем же вы тогда идете делать, скажем так, добро, участвовать, ну, в таких процессах, чтобы потом быть такими злыми, ну, в общем, поразительно. Такая вот у нас дорога, там, походу, авария какая-то. Ух ты. Что там? Это не ту машину смотрю. А, ну, у той тоже. Ну, это неудивительно, в принципе, потому что погодка сегодня просто отдаст. Ну, красотища-то какая. Потом я подумала, то, что, ну, вот человек, например, ну вот как я всегда говорю, хочешь сделать добро, ну сделай, типа, не надо. Верни меня, чувак, предупредил, что там авария. То есть какой хороший дальнобойщик, а? Предупредил. Не знаю, что, чем тебе это предупреждение поможет? Ну, чтобы я не гонял. Да вообще, ну, не надо гонять, конечно. А с другой стороны, я вот думаю, да, есть же, наверное, люди, которые хотят делать добро, и чтобы об этом никто не знал. Что не надо там, кто знает, может, она директор какой-нибудь фирмы крутой и... Я не знаю, хотя что тут постыдного, казалось бы. И это испортит ее репутацию. Что она делает добро. Ну, короче, я не знаю, не понимаю, если честно. Просто, понимаете, если бы ситуация была такая, что я бы сняла, не знаю, какую-нибудь женщину, которая валяется в грязи пьяная, и она такая, не оставляет никуда, я бы поняла реально. Но тут человек делает хороший поступок.
Ну окей, я постараюсь максимально замазать все лица, которые попадут в кадр. Либо вырезать, либо реально блюр какой-нибудь насадить на них. Ну мы, конечно, это делали не для кадров, но в любом случае показать, как процесс этот происходил, мне кажется, интересно. Мы, конечно, вспотели. Нормально так. Понятно, что мы не с самого утра, там, мы не весь день там будем эти пакеты собирать. Но у нас сегодня другой маршрут, у нас сегодня другое дело. Расскажи свои эмоции. Ну, у меня, в принципе, все... У меня приятные эмоции. У меня приятные, тоже позитивные такие эмоции, даже несмотря на то, что там... Ну, нас там какая-то девушка узнала с тобой. Да, я видела. Да, она еще так... Я еще так смотрю, я прохожу, она вообще старается, пипец, у нее... Она за чай отвечала, да, и у нее в руках по 10 этих упаковок. Аж на голове у нее. Да, аж на голове. Она аж еле как справляется, короче, с этой задачей, но справляется, молодец. Вот, и она нас узнала. Да, она сказала, когда мимо проходила, что-то я не помню, то ли я тебя снимала, то ли ты меня снимала, у нас просто такой семейный подряд. И она говорит, а я смотрю, лицо знакомое, что-то такое она сказала. Вот она-то, наверное, поняла, что мы здесь как бы за благое дело, не просто ну, так. Да, она и не возникала ничего, конечно. Да, а вот всем людям объяснять, зачем мы приехали, что мы делаем и куда мы дальше поедем, ну, мне кажется, не хватит ни терпения, ни времени. Вот. А им, понятное дело, никто не объяснил, кто мы, что мы, зачем мы. Вот они и агрятся, типа, потому что приехали люди, 15 минут поработали. Сняли это все на видео все это и уехали. Ну, они просто не понимают, видимо, как работает система, ну, прессы. Пресс, да. Блогинга. Но все-таки я хочу сказать, мы там не 15 минут были, мы там были больше. И, ну, я, наверное, пакетов 6-7 собрала, ты тоже столько же. И там еще сколько ребят было. Но все равно пакеты нелегкие. И, честно, в какой-то момент устаешь, плюс потеешь там и так далее. А потом в какой-то момент, когда Слава таскал пакеты, просто у нас еще сумка с собой тяжелая была, с драгоценностями нашими вещами. И, ну, как бы хотелось, чтобы она была рядом. А еще сумка тяжелая, там водичка, камера, телефон, ну все, кексики. В общем, весь дом собрала в одну сумку. И поэтому мы по очереди ходили. И пока Слава ходил, я завязывала пакеты. То есть я тоже там, ну, не лоботрясничала. Да, я сегодня такие красивые виды наблюдаю, что просто... восторгу. Честно, когда мы просто ходили с этими пакетами и протянутыми руками, чтобы нам туда что-то, ну, клали, я испытывала такие позитивные эмоции реально, хотя я даже никому этот пакет еще не всучила, ничего. То есть, по сути, какое добро я сделала в этот момент, когда просто ходила с протянутыми. Но все равно труд тоже, извините меня, ходить, таскать. Слушай, конечно, 10 таких пакетиков потаскай, я посмотрю на тебя. Причем они же тяжелые, ты еще и держишь, и руки напрягаются, и все. Ну, понятно, кто-то напишет, что вы просто не привыкшие к тяжелой работе. Нет, мы умеем тяжести понимать, все это мы знаем. И я думаю, мои подписчики точно в курсе, сколько всего даже вот мы на даче делали. Блин, и выкапывали, и перекапывали. То есть, ну, как бы, это норм. Мы к труду привыкшие. Это правда, было не так уж и легко, понятно. Дело. Но это было безумно приятно, и вот пока я эти пакеты собирала, и каждый завязанный там или просто поставленный пакет в коробку вызывал у меня такие эмоции, типа вау! Маме отправила видео, она говорит, то, что мне идет быть волонтером, прям здорово. Капец, ребят, еще одна авария. Так, ребята, мы практически доехали до пункта назначения. Мы находимся Яхрома. Так что, кто здесь живет, всем привет! Мы здесь были, а вы нас не заметили даже. Так, что это он думает? Городской парк. Короче, ребят, рассказываю. Мы приехали на первый адрес. Я так поняла, что это не квартира будет, это будет дом. И Слава там припарковался, и микроавтобус тоже с нашими ребятами припарковались. Короче, вышла женщина, начала орать, говорит, уезжайте, убирайте отсюда машину, это моя частная территория. Короче, вообще трэш. Поэтому Слава поехал возить машину, а мы сейчас идем. Здравствуйте. Мы вас поздравить хотим. С наступающим Новым годом, с праздниками. С наступающим вас праздником. Здоровья вам побольше. В общем, что могу сказать? Сначала дедушка показался мне таким немножко агрессивным, что он такой, как будто уходить отсюда, ничего не надо. Потом он, мне кажется, даже поплакал немножко. В общем, это дело такое, конечно, морально не самое легкое. Вот. Но в любом случае, я надеюсь, что
он порадуется тому, что мы ему сегодня привезли. Сейчас мы поедем на обед, оставим машину где-то, припаркуем, и дальше уже будем с ребятами передвигаться на автобусе, чтобы нам всем быстрее как-то скооперироваться, ну и даже просто для удобства, и потому что там будет сложнее где-то оставлять машину. Также в этом проекте еще из вот кого я знаю, это Аня Ранетка, которая... Мы с ней не знакомы были лично, вот, ну, заочно, понятное дело, знакомы. Вот, и я у нее как раз спросила, они же в автобусе едут, и я у нее спросила, вот интересно, как эти семьи выбирают, как вот людей выбирают, кому помогают. И она сказала, что вот им как раз рассказывали, что, ну, в основном это какой-то, ну, соседи говорят, то, что вот помогите, у нас там рядом живут люди, там, ну, малоимущие, да. И как я вам сказала, пока мы поднимались, что женщина начала орать, чтобы Слава убрал свою машину, так смешно. Ну, знаешь что, мы ей орём, отойдите, да, он хочет отъехать. Она мне мешала, я видела, я хотела ей попищать. Но... Она встала прям сзади машины, Славин говорит, здесь мой муж будет парковаться, это наша. Я заплатила деньги, чтобы чистили, ко мне клиенты приедут через 10 минут. Он говорит, мы все уберем, нам 2 минуты надо, ну типа мы все уберем, мы хотим поздравить дедушку с праздником, там, с наступающим, мы приехали помочь. Убери, у меня здесь муж стоит. Короче, вообще, я такая думаю, да блин, да что ж все такие сумасшедшие, больные, злые. И вот даже водитель микроавтобуса говорит, что сейчас к вам только как кто-то приедет, я сразу уберу машину. Просто в итоге мы все закончили, и к ним еще никто не приехал. И вот такой скандал устраивать, вот опять, вы посмотрите, что это такое? Что это такое? Ну, это люди. Ну, почему-то они все такие злые, я реально поражаюсь. Потому что так и есть. Мне стыдно за них. Не все. Вот, и она просто встала сзади машины Славиной и говорит, уберите эту машину, уберите. Мы просто ей орем, отойдите, он хочет убрать машину. Она стоит, орет, не слышит нас. Ну, короче, это просто какой-то дурдом реально. Сейчас мы едем на обед, как я уже сказала, в, получается, мы в Дмитров, город Дмитров. Вот. Не знаю, что это за кафешка там такая будет, но посмотрим. Я, конечно, и уже... что это за город тоже. Что это за город тоже. Знаете, когда вот слышишь такое, там, прийти просто подарить продуктов, это звучит вроде прикольно, но ты не сразу как будто бы даже думаешь о том, что эти продукты для них не просто там какая-то побрякушка, это жизненно необходимо, ну, как и для всех продукты, нам нужны, чтобы питаться, понятное дело. И вот в такие моменты ты понимаешь то, что у кого-то элементарно нет возможности даже, ну, позволить себе какие-то продукты. И от этого, конечно, становится вообще очень грустно, и уже вся эта затея, ну как-то, понятное дело, в любом случае помогать людям надо, и здорово, что как бы есть у нас такая возможность помогать, но просто сначала это все как будто бы не то, что даже какая-то игра, а просто весело, классно, помогать, здорово, а потом на самом деле ты погружаешься в это все и понимаешь, насколько это... Короче, не хочется просто делать эту историю какой-то трагичной, но, по сути, это достаточно тяжело морально в итоге оказывается. Конечно, этого пакета с продуктами насильно долго не хватит, но в любом случае, мне кажется, это лучше, чем если бы ничего мы не принесли, допустим. Поэтому я все равно рада участвовать в таком. Хотя, честно, вот этот дедушка меня жутко расстроил. У меня сначала было ощущение, что он такой, типа, злой какой-то дедушка, знаете? Такой прям, не знаю, как называется, брюзга, такой просто злой, злой дед. А потом, когда, ну, было видно, что ему тяжело что-то сказать даже, ком в горле был, и, ну, видно было, что и глаза уже на мокром месте, уже сразу такое, знаете, сразу по-другому ты к этому относишься и смотришь на всю эту ситуацию, что... Ему просто самому, понятное дело, грустно, обидно, и не хочется показаться там слабым, нуждающимся. Но на самом деле я могу его понять, но с другой стороны, ничего такого в этом нет. И самое главное, что есть люди, которые готовы помогать. Тут просто трэш. Тут еще хуже все чистят, чем там, где мы были. А тут какой-то Кремль есть. Вот, он где-то справа сейчас будет. А здесь слева, короче, надо искать парковку. Видишь, где машина? Там, видимо, какие-то рыночки, что-то такое. Ну, сейчас проедем подальше. Ой, гуляем вот по городу. Погодка просто атас. Еле как где-то припарковались.
Снег просто летит в лицо жестко. А вот Кремль, смотрите. В общем, нам сказали искать место заранее, где-то в другом месте, потому что тут нет парковки. Спасибо. Ну, начнем с того, что X5 это очень крупная компания в России. Такой этот мопсик. В общем, сейчас вроде нет такой пурги, как была. Мы только что посидели в этом кафе, мы поели борща со Славой. Вообще отлично посидели, вкусно поели. Сзади меня гора, с которой скатываются детишки. Я бы хотела сейчас с этой горы съехать. Красота! Классно. Сейчас поедем, у нас 4 адреса. Так, ребят, мы уже после обеда в автобусе. И скоро уже подъедем на наш адрес. Там нас ждут две бабушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте второй пакет вручим. Да, чтобы мы вам не пачкали тут ничего. Ой. А мы у вас были в прошлом году. Да, и вот это. Тоже для вас, с наступающими вас праздниками. Это продукты все. Тут продукты, тут не портящиеся, а вот это все, что нужно вам в холодильник. Нас много, мы все волонтеры пришли. И мы собирали продукты в магазин. Вас поздравить. Волонтеры, ребята, которые просто решили помочь собрать продукты, выходили в магазины, а люди приходили покупать себе что-то в магазине. И нам тоже дарили эти продукты для того, чтобы мы их потом развезли. И вам в том числе в качестве подарка. Тогда пойдемте в комнату, здесь тесно, пойдемте. Вы тут вдвоем живете, да? Да, вот это моя комната. Сестры или подруги? Сестры. Я вступаю, ничего не вижу. Так, вы хорошо передвигаетесь, да, все везде знаете, даже еще не поймешь. Нет, я двигаюсь, а глаза-то у меня не видят. А на улицу вы выходите? Да нет, какая-то там. Я раз вышла, подъезд потеряла. Хорошо меня отвели. Я не хожу, я на лоджу хожу. Подышу немножко и хватит. Я в магазин хожу, я могу дать. Родня ходит, сестры вдвоем. Защита ходит. Защита ходит. Тут женщина. Соцзащита, да, ходит? Любовь Борисовна. Помогают они тебе? Да. Если надо, магазин. Например, я платно, она больше, она не может. Идет Любовь Борисовна в магазин. Что-нибудь я пронесу, ладно? Неси что-нибудь, лишь бы перекусить. А что вы больше всего любите делать? Какое у вас самое любимое занятие? Да, особо любимого нет, а так вот убираться, убираемся. Я помню, в прошлом году вы про телевизор рассказывали, что вы слушаете телевизор. Да, слушаем. Пульт, а какой у вас там телевизор? Пойдем. Да. Так, ну что ж, мы приехали на новый адрес. Привет. Тоже к бабуле. Мы у вас приехали в наступающем году. Из банка еды Руси. У нас проходила большая акция в Пятерочках, Перекрестках. Мы собирали продукты. Наши волонтеры выходили, и люди могли им принести продукты для тех людей, которых мы хотим поздравить на Новый год, поддержать. Бабушкам, дедушкам возим, семьям с детками. Вот. Поэтому мы вас поздравляем. С наступающим. Да. Давайте, они чтобы тяжеленькие, вам давайте тяжело. Вам вы можете поставьте куда, мы вас ставим, куда несем. Скажете. Просто поставить? Не хочется, да. Может быть, да, с краешку как-нибудь. Да, чтобы не топтать просто. Да ладно. Там всякие вкусности. В общем, мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Здоровья вам самого главного. Да. И вам также с Новым годом и здоровья тоже. Вы будете елочку ставить? Наряжать к Новому году. У нас уже уже игрушка-то нет, пожалуйста. А как вы будете Новый год справлять? Так, справлялась, когда уж без елочки я уж справлял уже. Мне старший сын все наряжал все, а его теперь нет. И елочки уже не стало. Так мы справляем без елочки. Сидим. Любовь Петровна, а вы выходите на улицу, гуляете? Ой, не, как-то стесняюсь. Как-то раньше я ходила с одним глазом, а теперь я дома больше нахожусь. Так хожу, так куда нужно только. А вам кто-то помогает? А у меня сын еще младший остался. Приехали на следующий адрес. Новый. Мы
Можно вас поздравить? А можно мы так вам пройдем? Мы хотим поздравить выступающих Новый год. Девочки, как интересно, она тяжелая. Давайте сразу попробуем поставить. Здесь продукты, и вот здесь тоже продукты. Это вам к новогоднему столу. Слушайте, там вкусняшки. Девочки, я видела, вы из автобуса вышли все. Мальчики еще тоже. Девочки, спасибо вам. Всего вам хорошего. Вам тоже. Спасибо за подарки. Вам за здоровье. За все, что вы, за все, что вы делаете. Это большой труд, конечно. Спасибо вам еще раз. Спасибо. И желаю вам здоровья, чтобы вы не растеряли по ходу жизни здоровье. Берегите себя. Спасибо. Ой, как вы хорошо говорите, спасибо. Приятно. Так такая жизнерадостная. Давайте, у меня есть. Это вы так образно. Да, образно, да. Как тост прям, очень хорошо сказали. Больше у меня слов нет. Будьте здоровы. Спасибо, будьте здоровы, все, не будем вас... Самое главное, следите за собой. Следите за собой во всех отношениях. Чтобы у вас образование какое-то было, чтобы вы вписались в эту структуру, чтобы у вас было все прекрасно. Спасибо. Очень хорошо будет. Да. Вы не педагог, случайно, нет? Нет. Вот так и вы говорите, прям у вас такая речь поставлена. А, ну инженер такой. Ну так это было очень давно, понимаете? А, ну мышление никуда не делится. Что вы делали? Ну, в общем, у нас под Дмитровым был филиал Бауманского института. И вот я там работала. Я там работала 35 лет. Ничего себе. Да. Но пенсию-то я маленькую заработала там. Сколько? 1010, да, наверное? Нет, вот мне 80. Вам 80? Да вообще, конечно. Очень хорошо выглядит. Это самое, у меня было 13, потом вот с 80-летия мне 6,5 добавили. А, ну 20 тысяч. Да, ну все равно. Ну так, да. 20 тысяч, это, конечно. Да. Это вы, наверное, применяете все инженерные мысли, да, как? Нет, прочесываю магазины, где подешевле. Ну и, естественно, там не вот тебе что-то сверхъестественного готовлю, а так... По минимуму, в общем. По всей Москве. А можно дотронуться? Мои волосы. Пусть радует вас. Во всех пятерочках внутри Москвы, внутри МКАД. А я слыхала по телевизору, вот там, да. И вот там люди жертвовали, вот и блогеры, люди жертвовали продукты, и сегодня их доставили, продолжают доставлять на склад. Волонтеры как раз-таки фонда «Русь» все это фасуют по наборам. Мы тоже сегодня чуть пофасовали. Ой, вот, ну вы вообще молодцы. Это из автобуса вы выпрыгнули. Я наблюдала из окна, смотрела. А вы нам сейчас, ждали, вы нам сейчас для кадра в окно помашите. Ладно. А, восьмой этаж. А мы все равно приблизим там. Да. Слишком тихо. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да. Нас много, да. Настоящий. Мы поздравлять вас приехали с наступающими праздниками. Да, здоровья вам пожелать, подарки вам. Да, собрали вот. Корзина доброты была, проходила пятерочки. Дали вам целый набор продуктов. Знаете, я когда-то занесу, поставлю, потому что они тяжелые. Корзина тяжелая. Мы тут приехали волонтерским своим составом. Да. Хотели пожелать вам всего самого хорошего, чтобы у вас новогоднее настроение появилось. Поэтому мы, собственно, вот к новогоднему столу вам вкусняшек и привезли. А что это у вас за рога такие вот нависают над зеркалом? Рога. Да. Это чьи? Лось. Лось. Для красоты? А что обычно делаете? Чем ничего занимаетесь? Ничего не делаю. А вот в постели лежите, чего делаете? Телевизор смотрите? Лежу, телевизор смотрю, и все, больше нет. А кроссворды не разгадываете? Что? Кроссворды. Какие кроссворды? Ну, что голова не то. А что смотрите по телевизору? Все подряд. Что кажут? А что больше вам нравится? Программу, то другую, что-нибудь одно не смотрю. А любимых нет программ? Нет, всякие смотрю. За мной смотрит внук моей второй дочери. Вот. Соцработник у меня есть. Она мне помогает продукты покупать, помоет меня, маленько приберется. А внук помогает? Что? Внук помогает? Вот внук и покупает продукты, какие я закажу, он покупает все.
Вот я ему пенсию перевела свою, и он ей пользуется, как хочет. А лекарства он вам тоже помогает покупать? Помогает, покупает, да. Вот, в больнице два раз лежала, он мазил меня. Глаза вставила меня. Хрусталики, да? Хрусталики, да. Возил в больницу. А кто по профессии? Да, медсестра. 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 Ничего, ничего себе. Долго работали медсестрой, да? Ну, а что толку? Такая полезная старость, работа. Она свою берет. Хоть ты врач, хоть ты понятно. Кандидат. Но пусть у вас на новом году все-таки чуть-чуть будет полегче с болезнями, чтобы вы так не дали. Здоровье. Вот, сахар все время не повышено. Выписал врач. А кушать вы сами больницы. Готовите или вам внук помогает? Вот его жена приносит готовую пищу. Бывает там макароны приготовит, бывает супчик какой-нибудь приготовит. Вот я готовую, я это все разогреваю, вот, питаюсь таким образом. Ну, слава Богу, вы хоть все-таки какую-то помощь получаете, это хорошо. Получаю. От внука получаю, а у него большая неприятность. Он где жил, барак сгорел, и теперь у него прописки нету. А у меня трехкомнатная квартира. Дочь живет у собутыльника. Уже 10 лет сюда не является. Попросила я ее по телефону полы помыть. Она говорит, тебе что еще и жопу помыть? Вот так дочь ответила, не приходит. Вот, вот он двери сделал, морг. Ну вот еще пока не порядок. Вот газ поменял, газовую плиту, туалет поменял. Это все внук. Ему нужно где-то жить. А она не дает прописку. Она прописана здесь с сыном. А сын инвалид у нее, второй группы. Уже взрослый, 18 лет. Вот она там с этим собутыльником живет. И там, не знаю, выгоню. Если она хочет продать квартиру, не хочет его прописывать, значит, она потом будет бомжей. Они там пьют, ничего не соображают, сюда не приходят. Ну хорошо, вот родная дочь. Ну хоть внук помогает, а знаете. Внуку надо прописаться где-то. У него барак сгорел, где он был прописан. Она не дает разрешения. Ну что ж, ребят, наш день подошел к концу. Мы сейчас едем обратно уже домой. Нам ехать 109 километров, 2 часа. Представляете, как далеко мы от дома уехали? Много разных эмоций за сегодняшний день. Я думаю, что итоги я подведу чуть попозже. Сейчас мы согреемся. Мы не то чтобы, конечно, по улице ходили, но все равно столько выходили, по снегу ходили, ножки немножко промокли. Поэтому сейчас согреемся, заедем, возьмем кофейку. Бутербродики вкусненькие какие-нибудь. Хотя у нас был хороший обед, но что-то уже проголодались и еще ехать 2 часа, поэтому решили, что хотим покушать на дорожку. Сейчас уже 7 часов вечера, и вот нам осталось всего 11 минут до дома постоять в пробке. И мы будем дома, конечно, устали, не выспались. Был активный такой день, много ходили и по сугробчикам, и что, короче, только не делали. Завтра мне пришлют информацию по поводу того, сколько всего удалось собрать еды. Тон, там, по-моему, в тоннах это рассказывают, сколько пакетов, скольким людям помогли. Я обязательно сейчас вам сделаю такую нарезку, где тоже голосом расскажу, потому что мне кажется важно, когда ты слышишь такие цифры, что столько людей помогает, что стольким людям нужна помощь, ты сразу понимаешь то, что ну, всегда есть кому помочь, и много людей, которые нуждаются в нашей помощи.
Ну что ж, друзья, подводим итоги. Собрали 6671 продуктовый набор. 6125 семей благополучателей получили наборы. И общий тоннаж помощи более 43 тонн. Это почти 9 слонов по весу. Это были продукты, которые собирались во время акции. И дополнительно X5 групп добавили от себя еще 30%. Приятные эмоции от того, что я смогла поучаствовать в том, чтобы помочь людям. Увидеть вживую людей, которым помогаешь. Конечно, ну очень это тяжело наблюдать все, потому что видно, что люди, ну, тяжело живут. И, конечно, видно, что они очень нуждаются в этой помощи. И с моральной точки зрения, ну, тяжело это переживать, но все равно ощущение того, что ты хоть как-то смог помочь, оно, конечно, очень приятное. Вот, хочется, чтобы как можно больше было людей, которые помогают. И можно помогать не только так. Можно пойти и стать волонтером. Тоже очень много людей, желающих, которые делают просто, ну, потому что они хотят помогать. Тяжелый был денечек, но интересный. Вот, мне, в принципе, все понравилось. И помогать людям – это очень приятное занятие. Такие нюансы, вот ты даже иногда не замечаешь, как, например, когда идешь в магазин, да, там, за продуктами, не замечаешь людей, которые стоят как, да, волонтеры и просят вас поучаствовать в чем-то, да, даже я в том числе, я часто не замечаю даже, для меня кажется, что это какой-то спам, у меня уши сразу, хоп, выключаются. Я иду быстро по своим делам, кто там листовочки раздает, это все, ну, мимо меня всегда проходит, вот, а на самом деле, если чуть-чуть жить осознанно, вот, эти акции, ну, пропускать, ну, не надо, потому что если есть возможность помочь другим людям, ну, нужно это сделать. И мне стало прям реально даже немножко стыдно, что я до этого, угу, ну, как-то, ну, не скажу, что я... Ну, не был осведомлен, как-то не особо вникал. Ну да, да, я много не вникаю, как, ну, живу на автомате, как, угу, и все, вот, и даже стало чуть-чуть за это стыдным. Вот, а тут, ребят, короче, такая классная тема, система фудшеринг, фуддрайв, короче, у них это работает, и они с помощью этой фишки, да, вот этих, ну, технологий, назовем это так, могут накормить очень много людей, mm-hmm, и это выходит, ну, типа, не стоит каких-то колоссальных денег. В этом и есть вся суть, почему ребята там, ну, за это топят, вот именно в нашем вот фонде, в котором мы сегодня были, Русь. Mm-hmm. Потому что, ну, у каждого же должна быть какая-то мотивация, что ты что-то делаешь, бесплатно, условно, там, за какие-то гроши, там, ну, или ты помогаешь людям, отдаешь кучу, там, своего времени, средств, сил, за что. И вот эта вот мотивация, которую вот, ну, нам сегодня основательница фонда рассказала, ну, мне очень она пришлась по душе, потому что она реально, ну, говорит, у нас все подтверждено, мы вторая, типа, организация, фонд, да, вот по сборам, да, по масштабам, грубо говоря, в России, а все это достигается не, типа, денежными средствами, да, не деньгами, а все это получается благодаря вот этой системе, которая реально может накормить людей, при этом не нужно каких-то баснословных денег, да, там каких-то вливаний и так далее. И я еще спрашивала, как часто происходят такие акции, и эта акция была вчера, то есть только один день, ну, не во всех магазинах, а в определенной сети, например, в нашем случае это была Пятерочка, в магазинах стоит вот эта корзина, ну и не одна, понятное дело, волонтеры, это на самом деле очень тяжело с точки зрения, что, ну, просто даже найти вот людей, волонтеров, которые будут весь день стоять в магазине. Ну, даже если будут сменяться, все равно там тоже много технических моментов. Промоутировать эту всю, да, акцию, да, чтобы, да, люди потом, чтобы поняли, что от них хотят. Найти склад, на который все это в один день, да, поедет сразу очень много машин. Много ресурсов ребята то тратят, но... Нелегко так все это организовать. Очень. Но нам рассказали, что у них очень часто происходят разные акции другого рода, тоже благотворительные продукты, тоже другие. То есть просто... пусть не такие масштабные, но тоже вот рассказывали, что достаточно хорошо у них получается собрать еды, продуктов. И... Как не масштабные? Она говорила, что там у них были акции типа на 40 тысяч магазинов, то есть типа прям, ну, там
40 там каких-то населенных пунктов. Что-то, короче, виду, ну, большие. Не каждый день у них происходит настолько. Да, настолько оно не масштабные. Каждый день, но они типа масштабные. То есть они есть масштабные. Типа по всей России, где у них есть всякие волонтеры, они могут это все делать, и они это организовывают. Просто хочется, чтобы, ну, как можно больше людей, кто нуждается, получили там эти помощь, же да. продукты и помощь. Ну, я хотел донести то, что нужно сейчас в такое время еще более, ну, сплотиться. Быть внимательными. И быть внимательным друг к другу, и быть, ну, добрее, короче, помогать людям, как можешь. Да, ну, хотелось бы, конечно, еще раз отметить, что вот те люди, которые мы сегодня приезжали, понятное дело, это только те, которые мы сами сегодня приехали, чтобы показать вам тоже, что, ну, что можно так делать, что можно, нужно помогать. Вот, и так, конечно, намного больше людей сегодня получили помощь. Мы уже подъезжаем к дому. И напоследок хочется сказать, что делать добро нужно, важно. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Я надеюсь, что это видео вас вдохновило на то, чтобы помогать людям. И, конечно, приходя в магазин, обращайте внимание, вдруг там проходит какая-то акция, которая поможет людям нуждающимся, и вы сможете в этом поучаствовать. Надеюсь, что сегодняшнее видео вас как-то вдохновило тоже, чтобы больше помогать. Но мы поехали домой отдыхать, спать, высыпаться, ну и, конечно же, буду монтировать для вас новое видео. Спасибо, что смотрели этот влог. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока. Экстренное включение. Мы доехали до дома, и посмотрите, как машина занесло.